Всем привет, друзья! Вы на канале Шедр Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Spiritfarer. И в конце прошлой серии мы узнали, что пропал Атул. Он не вернулся с ужина. Может, он переел, конечно, мало. Сейчас мы его будем искать. Сейчас я всех пообнимаю. Здесь посмотрим. Так. Атул. Пока не разберемся с Атулом, никаких других дел делать не будем. Интересно, а если ему клей дать, он будет его есть? Может быть, раз ест, это его последняя будет, конечно, трапеза. Ну, ладно. Сейчас, чувствую, мы его накормим клеем. Он сейчас договорится, шкипер. Ладно, все в порядке. Я там что-то готовил еще в конце прошлой серии. Сейчас будем вспоминать, что именно мы там готовили. А ну-ка. Какое-то блюдо. Блюдо называется южное. А у меня есть рецепт его, да? Так, у меня появилась новая ягода, кстати, между прочим, да-да. Называется голубика, можем его с тестом смешать каким-нибудь пшеничной мукой, вернее. И получим, наверное, пироги с голубикой, да? Ну, посмотрим, может, рецепт новый какой-то появится. Так, где же дядюшка-то? Подождите, мне с кем-то надо было поговорить. С Астрид, по-моему, да? Я пока отплывать не буду от этих берегов. Дядюшка, ты где вообще? Он точно где-то валяется в кустах, его надо найти, разбудить. Подожди, а где Астрид? Астрид здесь, а ну стой. Ты не знаешь, где дядя? А, надо было поговорить с птицей, возможно... А, нет, он же не участвовал в трапезе. А птица, я имею в виду. Так, с тобой надо сейчас тебе там что-то съесть. Хочешь что-нибудь... Что-нибудь попроще ты любишь, да? А вот это будешь есть? Нет, спасибо, крошка, отлично. Сейчас тебя обниму минутку, а потом спрошу кое-что. Так, и вопросик. Атул? И правда интересно, где он? Не знаю, почему, крошка, но что-то мне подсказывает, что он не вернется. И это очень грустно. Он всегда был таким веселым и смешным. Но по его храпу я точно не буду скучать. Жаль, что не могу помочь тебе с поисками, Стелла. Дядюшки нет. Задание выполнено. Все, он что, ушел сам, что ли? Ты что, совсем с ума сошел? Как это без дядюшки дальше жить-то? Прикиньте, он цветок оставил. Вот это поворотище. А как он ушел без меня? К вратам, что ли, прорвался? Офигеть. Офигеть. Пусть Астрид будет счастлива. Улучшить галерею. Нет, это никуда не годится, господа. Этот день будет таким, как я его сделаю. Каким я его сделал? Где этот бык летает? Он тоже ж участвовал в трапезе. Слышишь ты, а ну расскажи, куда дядюшку дели. Мой брат все спрашивает, когда нас уже покормят. Да успокойся, дядюшка пропал, покормят. Кстати, а чем тебя кормить? Ты что, у нас, по-моему, я не знаю, что ты ел. Креветки в... вот это будешь есть? А, ракообразных не любят, я понял, хорошо. А карри ты уже, по-моему, ел в прошлой серии. Сейчас тебе дам что-то снизу. Рыбные палочки, вот это я тебе дам, паэлью. А, да, паэлья пошла, хорошо. Так, а где же... Может еще пробежать по этому Хаменбергу или чему там пробежать? Посмотреть, где он там находится. Может он там где-то валяется реально? Давайте, наверное, сейчас пробегу, посмотрю, а потом уже тогда будем отплывать. Вот так вот, и цветок оставил, что... А кто его отвез-то туда? Я не понял, тут еще один паромщик, что ли, есть, получается? Как-то некрасиво, дядя, по-английски как-то ушел. Так, а вы дядю не видели? Добрый день. Да, он мне показал, что хочет что-то сказать. Надеюсь, скоро доделаю новую игру. Блин, я тоже слышал, слышал. Где они тут ели? Они где-то возле кафешки, да, обитали? Я занят, милочка, да пожалуйста. Я занят, милочка. Мне так жаль, я немного тороплюсь. Добрый день. Енот, ты не видел дядюшку? Ты Стелла, если я правильно помню. Я никогда не забываю лица, особенно тех, у кого есть блики. Так, купить. Что тебе можно купить? Семена репы, кукурузы, кофейная семечка. Ну давай кукурузы немножко закупим. Давай с десяток. Потому что понадобится. Но это все у нас имеется. А продать я тебе могу камни какие-нибудь, которых... А, вот эту фигню.
Вот, провалившийся эксперимент. Забирай, пожалуйста. Их у нас предостаточно. 40 вернул, 600 потратил. Так, что еще у нас есть такое, что ты хотел бы купить? Камни. У меня камней, в принципе, немного на самом деле-то. Мне надо 45 тысяч собрать. Давай аметист продадим 3. Давай по 5 держать их. По 5 буду держать. Мало ли, может, кому-то понадобится. 44 тысячи, еще чуть-чуть осталось. И можно пойти расширение корабля приобрести. Ладно, давайте пока чуть-чуть оставим. Пусть будет. Где же этот дядюшка-то, блин? Да здравствует верхолаза. Я завис. А, вот здесь можно же запрыгнуть, да? А зачем? На эти столбы что-то можно повесить, нет? Не знаю. Тем более у меня уже все есть. А зачем там запрыгивать надо? Лодка? Нет, это не лодка. Ладно, я не знаю, где дядюшка. Здесь его точно нет. Тут, конечно, побываю, смотрю. А я не запрыгну, да? Нарцисс меня ж не подтащит. Конечно же нет. Ладно, все тогда. Без понятия, где он. Где его носит. Но цветок оставил. Вот это загадка. Тут мы уже все нашли. Делать, по-моему, вообще нечего. Все возможные варианты мы здесь проработали. Поехали отсюда. Ну ладно, ладно. Я думаю, мы еще с ним встретимся. Я так думаю. Так, давайте определяться, куда нам надо плыть. Нам надо по мелочевке здесь еще поездить. Фурагава и корпорация Конечный Ток. Давайте, наверное, выберем нормальный маршрут. Конечный Ток у нас вот тут. Ой, блин. Это я хотел подтянуть карту, ну ладно. В принципе, куда-то... Нет, стой. Вот это давай, захватим. Как раз заработаем 45 тысяч, а потом купим расширение корабля. Ну, у нас осталось тогда всего-то людей немного. 3 души. 2 цветка уже имеется. Потому что мы Джованни спихнули и... И дядюшка сам отдал нам. Атул. Так, продать. Портрет Стеллы за 1 могу продать. А у меня что, мусора нет? Есть, конечно. 45 тысяч, давай вот это. Это то, что чаще всего, кроме коровы. Корову не продавай. Тарелку можно продать. Все, это оставь, мало ли. Коллекционная карта, может, куда-то понадобится. А купить, если есть вот эти вот это. Ну, вот это куплю. Все, стекло мне пока не нужно. А, ботинки будем покупать, нет? Давай, ботинки на клей будем перерабатывать. Все, дальше уходим. А сегодня не кормил? А, кормил. Тут уже кормить-то, собственно, немного людей-то осталось. Так, корпорация Итог. Итог. Она вот здесь. Нет, вот она, Итог, да? Корпорация, конечно, Итог. Отсюда будем плыть как раз через черепаху, которая нам уже готова кое-что выдать. Давай сюда. Такие пироги. Неожиданные. Я нашел кое-что, что может тебе понравиться. Что ж так поздно-то? Античный бюст. Спасибо. Уплыл наш этот покупатель мусора. Так, тут все в норме. Тут все в норме. Ну давай что-то делать. Вообще как-то стало пустовато у нас здесь. Так, по-моему, новое блюдо. Сейчас, подождите, я тут немного подкручу мельницу. У нас сейчас как раз в движении. О. Если ее не трогать, она тоже сама может вращаться. Рано или поздно-то она попадет туда, куда надо. Так, новое блюдо. Ну нет, не новое блюдо. Ягодный пирог у нас уже был. Неважно, с какой ягоды, но есть.
Поэтому можно кормить быка им. Тут ничего, играть я не буду на гитаре. Ну все, давай, остановка-то должна уже быть здесь. Алекс, ты тут? Алекс, вези нас дальше. Нам надо сюда. А потом, сначала давайте на черепаху, а потом к акуле, а потом конечный итог, а потом на Фурагаву. Такой маршрут сделаем. Акул, не акула, а черепаха сначала. Да. Черепаха, акула, а потом Фурагава, потому что мне нужна цинковая руда. Я сейчас еще больше вложу сюда, чтобы было где-то больше 20. У нас все на ней завязано просто. Стелла? Да. Я часто не могу заснуть. Мне снились кошмары. Там были все ребята из школы. Мой папа с мамой. И все кричали: падай, падай, падай. А потом я видел только небо, и в ушах ветер гудел. А потом просыпался я. Когда я пугаюсь и просыпаюсь, у меня всегда мокрая кровать. Маме это очень не нравится. Что ты предлагаешь? Ну, не знаю, может потом. Могу тебе сделать универсальную кровать, если надо. Так, это я заберу. Пшеничная мука. Кафе, получается, нам вообще не нужно, да? Можно только посидеть здесь, выпить чего-нибудь. Так, подожди, черепаха подъехала. Я должен ее встретить. Я должен ее встретить. Я здесь уже. Астрид, не волнуйся, я порешаю все вопросы. Так, цинковая руда нас интересует, и мы сейчас ее умножим. Это алюминиевая. Нет, это цинковая, это хорошо. Там алюминиевая еще была, просто мне не хватило ресурсов. Хорошо, серебряная руда. Подожди, я сейчас засуну. Мрамор, подожди, руда. 8 цинковая, поехали. Так, тут засунули, здесь цинковую сейчас засунем. Завершить. Ну и здесь цинковую засунем. Будет уже 22 к следующему разу, да? 21 даже. Все годится. Еще во вторую черепаху засунуть, и про цинк можно вообще забыть. Ты уже закончил? Да, да, все в порядке, да. Ладно, тогда до встречи, пока. Этот день будет таким, каким я его сделаю, отлично. Все, теперь бы к акуле доплыть, но я думаю, мы не успеем уже сегодня, но все же попробую. Так, давай акулы купим расширение. Да. Я думал, туда, не туда, давай туда. Как раз у нас есть чуть-чуть цинковой руды, можно, кстати, ее поплавить, но нам надо 3 оставить, сколько у нас, 6 всего. Ладно, посмотрим, что какое-то улучшение купим вместе с расширением корабля. Я думаю, овцы уже хотят есть, мне кажется. Нет, блин, а что есть-то не хотите, а? Не заболели ли? И даже та, которая ест отдельно, в темноте плыть невозможно. Вот это мне не очень нравится. Ладно, мне надо 3 для следующей акулы. Давайте расплавим 3 цинковые руды. Можем 3 ботинка расплавить пока тоже. В принципе, полезно. Уголь есть? Нету. Давай. Ой-ой-ой. Нормально. Все, можно отсюда уйти на время. Хотя зачем? Все, у нас все и так есть, всего хватает. Дядюшка не вернулся, сейчас посмотрю. Блин, не вернулся. Вот Ал. Последний ужин и все, исчез. Или он, чтобы его во врата не отвез. Сделал вид, что он типа ушел, да? На самом деле где-то сидит в какой-то таверне. Подъедает, небось. Чего-нибудь. Так, забираем. Клей готов. И цинковая руда. Сейчас я сделаю... Сколько у меня? 5 даже, блин. А, нет, это не та руда. Давайте тоже 5, в принципе. Пульсарну нельзя размножить, кстати. Нельзя. Ну, давай сделаем 2. Это у нас будет 4, но это мало, по-моему.
Это очень мало. Мне надо черепаху вторую столько же засунуть. Все, наш. Там, по-моему, или 5 надо слитков, или 6 для улучшений. Ладно, посмотрим сейчас. Давайте, наверное, пойдем спать. Или хотя что мы сейчас будем делать? Давайте выпилим все здесь. Тут, правда, можно... А, кукурузу сейчас засадим. Нормально. Сделаем мелочевку, а потом поплывем в наш регион нижний. Добывать тогда руду или ждать, пока следующая появится. Тут все. Тут еще один полив нужен. Мне кажется, овец надо покормить. Целый день не ели. Да и это я вижу, что пора. Последний раз спрашиваю, есть будете? Нет, с ума сойти. Завтра утром точно все захотят сразу есть. Так, мельница работает. Удивительно, до сих пор. Все еще работает. Ну, давайте еще какое-то блюдо сделаем. Основанное на масле. Масло и какой-нибудь, я не знаю, с грибами. Давайте с грибами попробуем. Пусть делается, посмотрим. Так, я спать тогда пошел. Ловить тут нечего. Могу, конечно, попробовать. Сельдь, наверное, как обычно. Скорее всего. Нет, другая рыба. Кальмар. По-моему, кальмар. Нет, треска, ладно, все. Все, я пошел спать. Нарцисс спит сегодня с овцами. Давай. А, нет, он уже здесь. Как так быстро все проник? А? Признавайся, как ты быстро сюда попал? То я не спал реально очень долго. Или две, наверное. Пока то все туда-сюда. Так, мы уже плывем. Окей, окей, окей. Плывем к акуле. Так, пойдем всем. Всем подъем. Доброе утро. Привет. Есть хочешь? Конечно. Что тебе дать, как обычно? Ого, спасибо, это так вкусно, отлично. Здесь мне не снятся плохие сны. Кажется, мне вообще ничего не снится. Когда я закрываю глаза, вижу только черноту. Когда просыпаюсь, всегда вижу одно и то же. Твою огромную шляпу. Твое лицо, и ты мне улыбаешься. Раньше я не любил засыпать, а теперь люблю, потому что я знаю, что ты будешь здесь, когда я проснусь. Как хорошо, что я тебя выцепил, а? В воде. Вообще непонятно, как ты там оказался. Твое семя, вернее. Я тебя вообще вырастил, фактически. Жареные грибы. Вот, пожалуйста, новенькое что-то. Давай еще чем-нибудь засунем. Масло сейчас, подожди. И какие-нибудь еще, типа, сельдерея запихнем. Так, мы прибыли к акулям. Овцы уже, наверное, хотят есть. Остальные... Одного покормил. У меня всего 4 чувака осталось. 4, да, реально. Так, на тебе вишню. Как же хорошо на свежем воздухе, отлично. Дядюшку кормить не надо, это вообще просто нонсенс какой-то. Привет, я вас кормлю фруктами, потому что мне некогда сейчас. Да, ты ел? Хорошо, о, какой-то квест. Мне просто некогда, сейчас тебя обниму еще, нельзя, да, ну ладно. Где-то там бык еще бегает, вернее летает, я попробую найти. Шляпа, что надо? Так, мне нужно яйце, бля. Что ты ругаешься? Ну, знаешь, просто простое яйце, бля. Что? Ты не знаешь, что это? Как так? Это самая обычная еда на свете. Они у всех на кухне валяются. Все их любят, ну вот.
Ты смеешься надо мной? Я не люблю, когда надо мной смеются. Слушай, я давно о нем мечтаю. Мне нужно яйцебле. Это что такое? Остановка букв. Таинственное слово. Яйцебле. Яйцебле. Яйцо какое-то, что ли? Подожди, тут остановка букв надо как-то поставить, правильно? Я даже не могу. Яй... Яйцо, ну вряд ли. Бе... Я... Ладно. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Подожди, я к акуле сбегаю. Я, правда, быка еще не кормил. Ну ладно, потерпит. Яйца, блин. Валяется на кухне. Ладно, привет, как дела? Ты проголодалась? Я знаю отличное местечко. Называется Пустыня. Там подают вкуснейшее песочное печенье. Нет, шутки у него не закончились. Здорово. Я думал, закончились. Вот здесь мне надо еще три цинка с... Три слитка цинка мне надо, чтобы ускорить. Но, в принципе, ускорить это не важно, потому что мне дальше надо лист хрусталя и шелк. Этот-то мы возьмем, конечно, но это будет чуть попозже. Вот это важно. Кварцевая мука и слиток цинка 10 штук. Ну все, здесь только в это упирается. Ладно, давайте покупать лодку, бесшумную касатку. Громадная лодка за 45 тысяч. Мы увеличили еще. И осталось у нас последнее улучшение. Мужественный кит 80. Все, дальше нам цинк нужен. Это время, конечно же. Надо будет ждать и заехать еще к одной черепахе. И там ее тоже увеличить. Короче, снабдить цинком или внизу пособирать его, где я не бывал еще. Давайте плыть тогда вот эту область. Правильно? Редкий сундук там, кстати, остался. Корпорация, конечный итог. Будем через него плыть, нет? Давай через него, потом сюда, потом туда. Бык, это я знаю, что ты есть хочешь. Я ж тебя искал, ты ж не нашел. Мне птичка напела, что у тебя тут кухня есть. Да? Откуда ты знаешь? Я тебе, кстати, тут фигню какую-то приготовил новую. Хочешь пирог ягодный? Халявная жратва, наконец-то. Микки хочет украсить нашу хату. Тебе это влетит в копеечку. Да это я уже понял. Все духи здесь, на этом пятачке, смотрите. Все здесь собрались. У меня для тебя есть подарок. Я нашел этого себя в комнате и подумал, что, может быть, тебе это пригодится. Ого, надарил. Спасибо. Так, есть. Ты только не сердись, крошка, она тут порыбачила, пока тебя не было. Спасибо. Так, яйцебле, блин. Зеленый салат. Да, новые блюда появляются. Так, яйцебле. Рыба на гриле, но это вряд ли. Но моллюски на пару. Попкорн не то, фрукты пашот не то. Паэлья, яйцебле тут не подходит. Лобстер жерминаль, ошпаренный краб. Овощи на гриле, простой рис. Салат с крупой, южное блюдо. Рыбная карри, суп с лапшой, пирог. Черный кофе, буйабес. Еще хуже звучит, чем яйцебле. Рыбацкий пирог, ролл с лоб в общем, ладно, неважно. Курочка на гриле, креветки. Коктейль из креветок, шашлык, рисовый пудинг, кукурузный хлеб, кленовый, рыбные палочки, зеленый салат, отбивные, кассеролик, это тоже такое не то, картошка фри, ладушки, жареная курочка, жареные грибы, морепродукты, мясной пирог, суп с чем-то там, яичница с беконом, яйцебле больше всего вот сюда подходит, ну ладно. Короче, или у меня нет этого блюда, или надо еще что-то думать. Так... Так, мы должны были с кем встретиться? С луковицей. Сейчас, подожди, я тут выдергаю вот это все добро. Потому что я тебе сейчас все это и толкну обратно. Кроме ботинок, конечно. Ботинки теперь всем нужны. Отлично. Так, давай это семечко сюда засадим обратно. Так, так, так. Он опять ругается. Летает и ругается. Увидели? Продать. Продать, продать, продать. Кроме ботинок... Давай так. Сука, 5000 уже набили. Это будем продавать или это можно переработать будет? Хотя это нельзя переработать. Ладно, давай его нахрен толкнем.
мятную коллекционную оставлю. 8 тысяч мы уже заработали. Короче, 80 тысяч для полного улучшения всего, что у нас есть. Кукуруза уже готова, но мы будем плыть сейчас дальше. Как дела? О, наконец-то она стала подходить, а не птица его поворачивать. Можно дальше идти, нет? А, все равно. Все равно она задом ко мне смотрит. И тоже поворачивается. Так, дальше плывем. Давай сюда, а потом туда. И заодно там еще сундук остался, который мы еще никогда не вскрывали. Там вверху, я так понимаю, куда мы допрыгнуть не могли. Сейчас как раз попрыгаем. Так, кукурузой запасли. Сейчас овцами займемся. 10 кукурузы, это у нас сколько? 50-70 будет штук, да? Если мы все засадим. Так, засеем, вернее. Так, и так, вот это. Тут заканчивается у нас семена. Уже надо какие-то купить будет, что ли. Да вижу, вижу я сундук. Минуту. А что, ту кукурузу не полил? По-моему, нет. Сейчас полью. Все, тут больше ничего. Овцы, овцы, овцы еще. Гребешок. Отлично. С дороги тупица, он опять ругается. Давай, давай, давай. Тут обычная руда, что я тут могу найти? Да ничего на самом деле. И семена. Но семена пригодятся, я думаю, разные. Что тут? Кукуруза опять, да, попалась. Кольцо. Кленовое бревно и бутылка. Хорошо. Лучше, чем ничего. Ну и давайте сюда, в этот порт. Как раз будет повод там побывать. Ты что ходишь здесь в одиночестве? Привет. Хочешь, я чем-то накормлю уникальным? Чего-то еще не ел. Хочешь суши? Ого, спасибо, это так вкусно. Вот это я для тебя нарисовал. Портрет Густава. Интересно, если я подарю портрет Густава Густаву, что будет? Что-то будет. А вон и Густав. Пока плывем, пострижем овец и покормим. Густав, сейчас я покормлю. А, я ему не могу отдать. Не могу ему отдать портрет. Хочешь что-нибудь изысканное? Лобстера, например. Спасибо, шкипер, эта трапеза питательна. Слишком близко, понятно. Тут у нас дожди, поэтому осторожно. Ой, тут вообще, тут дохнет просто. А до этого не хотела есть. А, я эту не проверял, я проверял третью, первую. А это умирает с голода здесь. Значит, и верхняя может. Вполне. А я ориентируюсь по этим. По этим не надо ориентироваться. Так, ну и здесь последняя. Ты тоже можешь голодать. Да нет, она не сильно. Вторая сильно изголодалась. Птица что-то падает вверх-вниз. Что ты падаешь вверх-вниз? Дождь, что ли, да? Так, мы прибыли. Мы прибыли, я пошел. Там мне надо найти рэперов. Поклонников рэперов, а потом попрыгай там. Сейчас еще посмотрю, что именно у нас не хватает здесь. Оно у нас здесь неизвестно что и редкий сундук с углем. Уголь я не находил еще. Выйди из дома. Ну пошли. А потом Фурагао тогда третий уже подпишем. Здорово, а что ты продаешь, я забыл. А это что, набор образцов семян для поля? Для сада? Ну, это можно купить нечто, чего у меня еще не было бы там. Ну ладно, тут-то, в принципе, кофе, что это, морковка и репа. Такое у меня было, это все есть. Тут ничего пока интересно. Продавать я ничего не буду. Так, ну пошли искать, где здесь сундук спрятан. Где-то на самом... А, подожди, мне же надо с кем-то поговорить. Это не ты, рэпер? Чё-то как, Маркус меня зовут, рэпер... О, да, сразу, я сразу опознал рэпера. Я не то, что чтобы большой дистрибьютор, но Dice Boy сейчас в самом топе. Вся сцена хип-хопа кипит новой энергией. Понимаешь, это то, чего народ хочет. Разве можно мешать людям слушать то, что они хотят? Бизнес есть бизнес, спасибо за пластинки, удачи, подруга.
Так, ну и Фурагави, еще одного рэпера найти. Да, здравствует профсоюзы. Пошли поищем теперь последний сундук. Че, я сюда не могу попасть? Это вопрос, конечно. Ура. Мы победили. Вот здесь я должен... А, вот он, последний сундук, я его нашел. Да, как раз прыжка мне и не хватало. Я получил аметисты, две... Одну керамическую миску. А где что-то уголь еще зарыт? Ладно, в принципе, то, что надо, мы и так взяли. А что ты делаешь? Делаешь-то что? Я добываю руду. Ну ладно, добывает. А, вот этот уголь, что ли? Ну он появляется сам. Так, тут еще что-то закрытое есть. Я думаю, какой-то навык еще должен появиться, получается, да? Привет, директор. Еще раз спасибо, да, пожалуйста. О, еще одну нашел. А этого не было указано, что он здесь есть. Большая бутылка с бликами, семена сахарного тростника. Ничего себе. О, я могу лифт опустить. А это на кой? А, воу. А как же что-то запрыгнуто в самую высь, интересно. Есть вверху. Мне надо еще, наверное, какой-то мега подпрыг... А там что это за сундук? Шикарно упал. Видели сундук? Подожди, тут лифт должен быть, а лифт уже не ездит. Это тот, наверное, секретный, который, да? Что-то еще, наверное, какой-то прыжок должен быть. А куда этот лифт поехал, интересно? Нарцисс, это тебя привезли, что ли? Ну да, я не могу дальше выпрыгнуть. И меня дальше поднять не могут. Но для этого тут это и есть, этот прыжок зачем-то. Ну это максимум, что я могу сделать. Может, с краю как-то? Ух ты, как-то... Да ты можешь все на свете, приятель. Хрустальная люстра, две штуки. А это зачем? И тут что-то есть еще. Неплохо. А, ну все, отсюда можно было прыгать, ясно. Ну все, мы все нашли. Я думал, то нельзя запрыгнуть. Нет, можно. Если постараться. На прыжке оно можно еще выше, чем есть. А это кто такой? Смотрите. Кто-то подглядывает за нами. Смотрите, глаз. На крысу похоже. Это крыса. Ладно. Четко мы все сделали, я вам скажу. Очень четко. Молодцы. Только теперь дождаться надо с рассвета. Так, этих покормили, так делать больше нечего. Сад теперь. С курятником я ничего не понял. Как тут размножаться? Курица уже здесь сидит. Может, ее кормить надо чем-то? Или яйца просто добавлять? У меня яиц нет. Было одно, я его разбил. Для эксперимента. Я не виноват. Меня заставили. Ладно. Ладно. Так. Так, что я хотел сделать? Можно побегать, пока делать нечего? Давай побегаем. Октоплазму в бутылке с вами соберем.
Смотрите сюда. Ну сюда идите. Падай сюда. Так, одну взял. Так, а ну вперед пошли. Все, я сказал, вперед. А ну-ка мне в карманчики все. А ну-ка, я сказал, все сюда. Вот это уже оно. 14 штук, и ты сюда иди. Вот, 16 штук бутылок. Еще, правда, остались снизу несколько. Да не несколько. Еще парочку зацепил. Так, ну давай вверх. Вверх все. Вверх летим. Вот зараза. А теперь у меня в карман все. Нормально набрал. Довольно много. Вот это еще что такое? А, назад прилетел этот мотылек. Давайте еще рыбу лованем. Куда теперь? Фурагава сейчас поплывем. Если черепаха сейчас не очухалась, мне, конечно, побольше надо этого, блин, сырья. Но черепаха слишком быстро не очухается. Ладно, с рэперами закончим сейчас. Тигровая черная креветка. Смотрим, что у нас вообще есть. Улучшить дома. Пока не хватает. Астри 4 из 6. Чуть-чуть осталось. Поговорить со Стэнли. А. Ага, просто поговорить, я понял. Винтажный стол, кузница, это расширение, нужна руда. Стэнли, а с тобой нельзя ночью поговорить, нет? Ты спишь, да? У него самая уютная комната, кстати. Так, а по мелочевке что у нас? Мелочевка Dice Boys Фурагава осталась. Оседлать лимонного дракона, это South Point мне надо попасть. Шелковую нить надо купить, будет, чтобы ее разводить. Пирс Норсли никогда там не бывал. Улучшение. Кварцевая мука можно здесь сделать, кстати. Пойти пока ждем. Сколько мне надо? 9 штук. Если что, кварцевого дракона зацепим. Так, кварц, кварц, кварц. Ну, 9 штук. По 5 только можно, да? Ну, еще 4. Ну, кварцевую муку мы добыли. Кварцевая мука у нас. Все. Нарцисс, я не прищемил, а что-то ты как-то выглядишь больным. Немножко. Так. Нет, подожди. Улучшение. Доска из ясеня, слитка только не хватает. Осколок кометы имеется. Это быстрее, чтобы плавать. Ладно. Мужественный кит. Немножко осталось бликов. Почти. Ну и это улучшение 10 из 10. Опять же, слиток цинка. Единственное, что мы упираемся. Тогда у нас будет кузница. Мы выполним требования еще, еще, еще. Ну, все ясно, в общем. Пока что нам нужно тогда, не знаю, что будем делать, спать. Ну, спать смысла нет, уже сколько пробегали. Давайте выкосим кукурузу. У нас все дофига. Кстати, появились новые семена в виде сахарного тростника. Это интересно. До этого не было. И кофе давно не было. Готово. Готово. И готово. Так, ну тут уже готово. Довольно быстро. А что мы сейчас будем засаживать? У нас ничего нет уже. Семена для огорода заканчиваются. Последний. Простаивать скоро будет. Там-то у нас подсолнух всегда был.
Тут ничего. Так, ну вас я недавно кормил, проверять даже не буду. Сейчас посмотрю, что с мельницей. Почему остановилась? Нет, верни назад его. Да пусть 5 будет постоянно, пусть работает. Так, работаем в дождь. Пусть изготавливается, вот уже и утро. Сейчас я маршрут выберу. Маршрут на Фурагаву, но нам надо на автобус. Хотя вот South Point рядом вообще, да? Доки South Point. Давайте сначала в South Point, а потом к автобусу. Просто здесь ближе будет. Давайте там решим квест. Железная руда, мрамор. Да, давай сюда, раз мы уже здесь. Дмитрий, остались-то буквально. Так, всем подъем. Мне с тобой надо, кстати, поговорить, приятель. Шляпа. Ты еще и нашла и... Нет, они такие белые, твердые. Их всегда едят на завтрак. Яйца, что ли? Я больше всего люблю их есть хлебом. Их еще продают десятками. Яйца. Так у меня курица одна. И она не несется. Я-то понял, что это яйца. Так а что я могу сделать? Отдать Стэнли я яиц. Так у меня нет яиц. У меня одна курица. У меня было одно, но я его уж на твой эксперимент нехороший потратил. Ой, а куда мы попали? А, мы прошли через камни, я понял. Нет у меня яиц. Вообще нет. Даже одного нет. Я понял, что мне надо отдать. Так как мне его найти? Я его даже... У меня молоко есть, я его храню. И яйцо хранил, пока... Пока, блин, не это... Не потратил его. Не пойми на что. Так, что еще не делал? Давай, наверное, редис засунем. С маком сделаем. Ой, с маком, с маслом. Ну и есть у меня курица. Так как с ней работать, с этой курицей? Ну и что? О! Ну, она ходит, но не несется. Так, а кормить тебя надо, нет? Это типа инкубатор был, она типа выросла, да? Ну ладно, подождем. Подождем, еще может что-то прояснится. Так, кого-то тут не накормил сегодня. Доброе утро, привет. Сейчас я накормлю чем-то невероятно вкусным. Невероятно рисовый пудинг. Хочешь? Спасибо, крошка. Так, обнять. Нет, да? Ну ладно. Есть что-то замечательное в том, чтобы жить в одиночестве. Так, хорошо, обнимем. А, подожди, птица вверху, наверное, сидит, да? Доброе утро, вижу. Я нашел кое-что, что тебе понравится. О, спасибо. Самый полезный человек, я его не позвал на ужин. Ну так и вышло. Быки всякие влезли первыми. А где сам бык? А ты ел сегодня? Не знаю. Но нет у меня яйца, сразу говорю, нету. Нету. Ждем курица там ходить начал. Где бык? Ты где, блин? А, вот он, вижу. Просто не покормишь, начнет возмущаться. Утречко. Я в дом вошел. Нет, не уезжай. Ай, как же... О, ты уже здесь? Мелкая? Я-то здесь, так тебя куда несет? О, стой, замри. Я понял, держи, тут есть еда для тебя как раз вот. Можно даже креветки. А, ты не ешь. Рыбное карри, давай. Халявная жратва наконец-то. Обнимашки нет, да? Нет, окей. Все, я тебя накормил, отлично. Подожди, я тут, наверное, новое блюдо, да? Да, обжаренные овощи, пожалуйста. Масло, я же говорю, он просто развязал руки. Можем еще вот это сделать с маслом. Говядину засунуть сюда. Так, ну пошли разбираться. South Point, что-то там надо было сделать, я забыл. Вот, поговори с поставщиком в South Point доках. Ну давай. И там у нас очень много всего. Чего надо найти? Ты поставщик. Эй, ты. Ты за лимонами? Ну что, не видишь, я спрятался в ящик специально. О, отлично, слушай. Расслабься, не парься об этом. Просто бери лимоны и уходи. Я хочу избавиться от них. Мне не нужны проблемы. Все, что ли?
Я-то думал, тут их добывать придется. Ладно. Мне еще сверхурочные не перечислили. Уже 2 месяца, 2 смены подряд работаю. Это просто плохая организация. Понимаю, хороших работников не просто найти, но все же я скоро так выгорю. Так, тут мы можем теперь прыгать, причем довольно-таки высоко. Так я могу где угодно прыгать. Подожди, я тут вижу какую-то руду. По-моему, алюминий. Нет, мрамор, ну тоже неплохо. Ты тоже руду добываешь, да? Привет. Я добываю руду. Так, по-моему, это 5-й раз, когда надо сделать ее счастливой. Угу. Сейчас я тут уголек заберу. Забрали мы уголек, хорошо. О, лифт ездит. Хо-хо-хо. Я тут не бывал. А чё он тут начал ездить? Внезапно. О, это цинк, по-моему. По-моему, это цинк. Да, ура! Можно ехать к акуле. А это зачем, мне интересно, не знаю. Тут можно прыгнуть, но куда? Угу, вон туда. Как же туда запрыгнуть? Еще и так высоко. А что ты сейчас уже не можешь туда запрыгнуть? О, еле залез. Но это все, что я могу. Не знаю. Как будто залезть бы как-то по этому или по каким-то палочкам. Ты же не залезешь ни по каким палочкам. Ну ладно, не знаю. Тут вопрос открытый. Остается. Давай сюда куда-то залетим. Может, сейчас куда-то и попадем. Отлично, мимо пролетели. И тут не долетели. И, в общем, нигде не попали. Ну, это нормальное явление. Так тут тоже мы туда не залезем. Что-то должно меня подбросить. Вот тут мы пролетели мимо. Ну ладно, это сейчас заберу. Нет, мы это уже забирали. Вот, мы теперь залезли сюда. Но это все равно не то. Как туда на самый верх залезть? Еще цинковая руда. Да мы крутые просто. Мы невероятно крутые. Как же сюда залезть-то? Не оттолкнуться-то ниоткуда. Вот так вот, что ли? Так я не могу чуть-чуть долететь. Ладно, не знаю. Дайте, наверное, отсюда делать ноги. Там вверху самом есть. Вот это вот есть. А зачем это здесь? Может, у него усиление какое-то должно быть этого самого прыжка? Какое-то невероятное усиление. Тут, зачем они здесь стоят? Что, я не могу допрыгнуть сюда, что ли? Тут лифт ездит, хорошо. Ладно, все. Поехали сюда. Поехали. Лимоны у нас есть, но у нас есть теперь-то и руда. Теперь мы можем с вами сделать улучшение. Даже без черепахи, что самое интересное. Даже без черепахи. Нам сначала надо Фурагаву, конечно, бы желательно. Сейчас я посмотрю, доплывем до Фурагавы. Тут-то мы есть. А тут остановка будет. Да, нам надо, наверное, Фурагаву сначала посетить. Или как поступим? Давайте, наверное, вот так, через вот это вот сюда заберем то, что есть цинковая руда, а потом... А вторая черепаха нам и не нужна будет. Мы сейчас Фурагаву с вами посетим, рэперов соберем.
не все будет в шоколаде. У меня есть для тебя подарок. Это еще один рисунок. Нет, бутылка, пустая ракушка и миска. Ладно, подождем. Смотрим. Что, готово уже? Нифига себе, только полил. Сахарный тростник. Я думаю, большие возможности открываются с ним. У нас наконец-то будет сахар, да? Так, это мы границу прошли. Только что поливал. Блюдо новое с говядиной, да? Да, мясное фондю. Как-никак. Пшеничная мука. Мельница сама заработала, когда меня увидела. Курица, ты мне яйцо... Не-не-не, мне курятник. Курица, ты мне яйцо дашь? Я не понимаю, как тебе добыть-то яйцо-то с тебя? Уже что-то не то делаю. Она ходит, она здесь живет просто. А яйца должны здесь, я так понимаю, появляться. Так я даже не могу взаимодействовать с этим делом. Ну ладно. Сейчас разберемся. Стоп. Ну тут фигня, конечно, всякая. Ну ладно, пригодится. О, яркое ожерелье. Семена зато какие-то выпадут. Опять кофе, да? Кукуруза, кофе. И репа. Овцы обросли уже. Быстро швы. Так, огромный гребешок. Давай дальше. Без остановки к вот этой вот дамочке. Потому что здесь мы уже все видели, все везде были. Два сокровища забрали. Сейчас поговорим с черепахой. Теперь у нас руды точно будет дофига и больше. И по идее можно сразу плыть к акуле. Там мы с вами улучшение сделаем, а потом фурагаву. Давайте, наверное, так. Потому что реально сейчас руда у меня будет. И с утра мы с акулой порешаем вопросы с Альбертом. И улучшим наш чертежный стол. Где мы можем построить кузницу. Ты что-то голодный. А потом фурагаву, пообщаемся с фермером. Ой, с фермером, с рэперами. И тогда и лимон, и все остальное сдадим. Туда, куда надо, 100 штук. Так, есть, мы приплыли к... Подожди, давай, да, сначала с этим пообщаемся. Заберу свою руду, теперь руды у нас дофига. И быстро, в принципе, приготовилась. По 8 даже. Нет, не всегда, но бывает. Так, у меня 41 уже, да? А нет, это мрамор. Подождите, цинковая руда, это здесь. 33 у меня. Ну давайте в одну заложим. У меня серебряной нет. Я предлагаю серебряную заложить, потому что тут у нас будет 41 штука. Это 80... Да, дофига, давай серебро лучше. Давай, наверное, лучше серебром. Потому что на серебряном драконе что-то мне не очень хочется прыгать. Ладно, давайте уже, чтобы перестраховаться, я еще одну цинковую руду здесь заположу. А здесь серебро тогда вложу. Тут же нельзя больше ничего. Алюминиевая заканчивается. Что, у меня алюминиевая мало, да? Так там дракон есть. Нет, давай лучше серебро и все остальное. Стелла, да. Да. До встречи. Так, у нас же лодка увеличилась. Можем тут что-то сдвинуть, передвинуть. Ну ладно, подождем, пока у нас добавится этот. Или новый дом, или еще что-то. Один мусор. О, повезло.
Так, давай-ка кулю хотя бы в его сторону пометим. И улучшим то, что надо, а потом уже на остановку. Все. Чертежный стол фактически наш. Так, сеять больше нечего. Огнецвет последний. Огород теперь у меня простаивает. Надо будет у какого-то енота что-то купить. Так, ну давайте плавильня. Башмаки попозже, все время будет. Где у меня этот серебряный? Нет, пульсарная руда, ее мало. Цинковая руда, давай 5 штук. Два уголька, поехали. Все, корабль уже остановился. Ничего, пока поплавим. Как раз столько и будет. Десять штук сейчас будет. Этого больше, чем достаточно. Хорош. Давай, наверное, я не знаю, что. Алюминиевый пока не трогай. Цинка, ну давай еще 5, чтобы уже все забыть про нее, я думаю. Время пока есть. Мы в зеленой зоне. Пару раз качнем и все. Вядится. Можно, конечно, и серебряную пока поплавить, пока время есть. Можем башмаки избавиться от. Ладно, доберем 5, тогда будет. Сколько у меня серебряный? Давай 5 штук сделаем. Пусть будет. Потом. Ой, не-не-не. Много. Хотя можно положить и забыть, но пусть ладно уж. Серебряная нам тоже для чего-то нужна. Главное не промахнуться. Ох ты! Да, тут можно качать вот отсюда. Все, 10 еще как раз там. На нужды всякие, да? Этого, я думаю, хватит пока. Так, кто там у нас возмущается? В принципе, никто не возмущается, просто заберем муку. Иди сюда. Овцы, по-моему, сейчас будут просить есть. Поэтому я сразу их... Нет? А, третий обычно голодает больше всех. Нет. Ну ладно, мое дело спросить. Все, рудой запаслись, сейчас будет новый стол, а дальше будем смотреть кузницу. Последняя, третья, по сути, это последний чертежный стол в игре. Все ж. А я не знаю, как плиты делать, может тоже дробилкой. Сейчас я посмотрю, можно, интересно, слиток какой-то сплюснуть. Или это в кузнице делается, точно. Чисто так для эксперимента. Тут же мы дробим, получаем этот порошок. Ну да, сахарный тростник можем попробовать. Давайте попробуем, сахар, да, будет? Да, сразу пакет сахара, еще и сразу в бумажном пакете. А что, неплохо. Неплохо, мне нравится. Курица, как мне яйцо... Успокойся, как мне яйцо от тебя получить-то, а? Или мне надо все забить? Так где мне яйца взять? Яйцо. Вот здесь вот нарисовано. Вкладываем яйцо, получаем цыпленка. Получается курица. А вот здесь она должна нестись. А что она не несется? Ну ее кормить-то вообще-то надо. Но я не знаю, как ее кормить-то. А, тут что-то можно зацепиться.
Но не мне. Ладно. Ну что тогда реально с курятником? А, ё-моё, вот что. Действительно, кормушка снаружи. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну да. А я думаю, как их кормить? Снаружи. То для этого семена и нужны. Вот как кормить. Одна курица. Нет, ну я-то понимал, что чтобы получить яйца, нужно их кормить. Поэтому у нас скоро будет яйца. И это хорошо. Давай, тащи сюда. А, что тащить-то, если тут ничего уже нет? Можем кукурузную муку заделать. У нас ее много. Все, яйца скоро будут. Не знаю, как быстро, но будут. Я кормушку не увидел снаружи. Но уже не могу заложить новую. Ого, сколько я набил корма. Смотрите. Курица. О, она есть начала. Как ты не померла? До этого момента. А выпадать будет она тут? Наверное, тут же яйца должны выпадать. Ладно. 5 кур на 1 курятник, да, можно сделать? Хорошо. Хорошо, мы едем. Все, у нас уже слитки есть, все есть. Сейчас будем расширяться. И возможно даже... Да невозможно, а точно еще ускорение. Плюс 20 сделаем. Отлично. Так, ну давай кофе. Окей, давай. С яйцами разобрались. А то я думал, может, надо было найти все 5. Хорошо, что я одно яйцо хотя бы вложил, чтобы курицу одну воспроизвести. Теперь-то мы, понятное дело, сделаем все 5. Сколько надо? Я уже на месте, я уже на месте. Сейчас я быстро всех покормлю. Доброе утро и тебе. Так, привет, есть не хочешь? Вот это я тебя нарисовал, еще один портрет Стеллы, отлично, спасибо большое. Так, приносит бесполезный мусор, дает рисунок. Прости, шляпа, я сейчас занят, ну ладно. Как скажешь, сейчас покормлю и пойдем к акуле. Так, что за дела? Великий день, да? Чего вы все есть не хотите? Лучше меня сейчас не трогай. Так, а быка не видели? Он такой маленький, что его фиг увидишь. На это, спасибо, шкипер, за трапеза питательно. Отлично. Еще немножко. Что ж, хорошо. Бык, наверное, наверху сидит, да? Да, ну где же он еще? Доброе утречко. Так, тебе что-то двойное надо, насколько я знаю, да? Ну, двойное могу тебе дать, мясное фондю хочешь. Ты обалдеешь просто от этой еды. Дядюшка бы кричал, ого! Но его нет уже. Халявная жратва, наконец-то. Так, что скажешь? Микки хочет украсить нашу хату. Да, понятно, я еще не смотрел, чем. Все, покормил я, по-моему, всех. Отлично. Привет, акула. Ну-ну. Книжные черви. По-моему, эту шутку уже слышал, но все же. Так, нам надо. Общий уровень. Все есть. Кварцевая мука и слиток цинка. 10 штук. Мы получаем с вами доступ к кузнице, коровнику и кладовой. Всех поздравляю с нашим улучшением. Как раз можно и здесь друг на друга и поставить. Последним, кстати, улучшением чертежного стола. Тут 80 тысяч, а здесь цветочный хор. Как раз можем и здесь немного улучшить и получить 40% ускорения. Давайте. Пошло дело.
И теперь разгони туман. Это чтобы попасть в новую область, но нам нужно для этого лист хрусталя. Шелковая ткань. Ну да. Сначала надо найти способ, как построить шелк. Ну не шелк, а вырастить шелк. Надо посмотреть в магазинах внизу. Или на пристани. В общем, сейчас разберемся. Так, есть. Сейчас улучшение. Сейчас по квестам. Лимонный дракон в Оксбуре вернуться. Шелковую нить еще пока делаем. Ларри, Пирс, Норсы не бывали. Да, и сбой с работы. Но это мелочевка. Улучшить что-нибудь большое. Улучшить что-нибудь дорогое. И второе дыхание. Еще раз с Астрид надо поговорить. Яйцо ждем. Винтажный стол. Оно винтажный стол. А ну расскажи мне про винтажный стол. Винтажный стол. Подожди, подожди, дядюшка же здесь сидит, да? Да, шелковая нить, но тут никак, извини. А тут что-то большое, что-то... Не... А как это сделать? А, в принципе, да, кузница нужна. Хорошо, а для кузницы что нам надо? Нет, давайте отправляться в Фурагаву, наверное, что стоять-то на месте. Там последний рэпер у нас. Давай обратно. Так, пошли, кузница. Построить последние три улучшения. Вот это коровник. Кузница. Мне нужен слиток пульсара, порошок из кометы и кварцевая мука 12 штук. В принципе, все есть. А здесь не хватает только льняная... Опять... А, льняная ткань всего-то нам все. Кладовая, рай для ферментации. А тут корова есть. Билет. Хорошо, что я его не сдал никому. Хлопковая ткань можно придумать. Медный слиток, кленовая доска. Коровник можем уже строить. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Ближайшей ночью займемся этим делом. Сейчас я пока поезжу, пока день. То есть сейчас, если начну это строить, то нифига с вами не успеем. Так, Фурагаву меня вези. Фурагаву. Фурагава, сюда давай. Я думаю, где-то в этом районе. И там он будет первым, наверное. Это трэпер. И сразу же в Фурагаву направляемся. Там мы нашли... Нет, редкий сундук еще висит. Как раз будет повод попрыгать. Если есть на чем. Так, Астрид, ты у меня одна осталась. Не кормленная, во-первых, совсем. Могу тебе приготовить, не знаю, что-нибудь обжаренные овощи хочешь? Нет, это готовится из двух блюд, это тоже из двух блюд. Тебе с одного какой-нибудь надо приготовить. Хочешь салат с крупой? Хотя это тоже... Ладно, это будет простое, но нормально. Так, готово. Обнимание. И немного руды. Давай сюда руды, я сам переплавлю. Спасибо. Цинковая руда, ого. Это подарок, конечно. Ну что, у нас получилось с ней сделать 6 из 6. Пусть Астрид будет счастлива. Ну все, получилось, еще больше ничего нет. Не знаю. 6 из 6, кого я не кормил? Вас еще не кормил сегодня. Нет, вас я кормил, кого птица отказалась есть. А ну. Так, кто-то уже тут созрел. Астрид, ты? Стелла, да. Крошка, я так устал, я чувствую себя такой старой. Я не... Я больше не могу, не могу идти дальше. Сделаешь для меня кое-что? Пожалуйста, отвези меня туда, милая. Отвези меня туда, где все закончится. Вот и все, вот и Астрид. Ну, это предполагалось, конечно, что она соберется скоро уезжать. От нас, к сожалению. Ну, ничего не поделаешь. Так, я тебе нашел кое-что, давай. Старый ковер, ого. Щедрый подарок. Мы сейчас на Фурагаве. Сейчас я с рэпером поговорю. И отвезем, наверное, Астри туда, куда она хочет. И останемся мы с птицей, с быком и с мухомором. Так, а где что-то третий? А, здесь. Нет, не здесь. А где что тут сундук был? Второй или третий? Сколько мы их нашли?
Ты рэпер. Эй, ты, меня зовут Меган, я занимаюсь продвижением Dice Boys на Фурагаве. Нас тут толпы фанатов, изголодавшихся по музыке. Я серьезно, Dice Boys здесь страшно популярны. Этот новый альбом Warning Sacred Dog точно раздвинет все границы. С точки зрения звучания и популярности, я так за них рада. Они уже давно на сцене. Всем пора признать их гениальность. Спасибо за доставку. Все, вернуться назад к рэперам, наверное, да? Мелочевка. Поговори с Dice Boys. Я не помню, где их нашел. Где-то тут сундук еще один был. Куда-то я не мог допрыгнуть. По-моему, здесь. Где-то был. Не здесь. Здорово. Купить можно мясо. Семена латук. А чё у меня 3600 осталось? У меня же было 8. Я, конечно, что-то потратил. Семена... У меня было больше, по-моему. Семена льна. Нам нужен лен? Нет. Семечко яблока. Да особо не нужно. У нас есть яблоня. Лук парей. Рисовое зернышко. У нас риса нет, кстати. Давай купим 5. И лук парей давай 3 купим. Пусть будет. Тут-то я был. Вот что еще? Где еще я не бывал? Здорово, я тебя знаю, да? Только посмотри на эту гору, она такая реальная, как на фотографии. Ладно. Здесь я тоже был. Окей, это мы видали. Нет, не падай. Чуть не сломал клавиатуру. А где же еще один этот? Сундук-то. По-моему, он должен на видном месте быть. В доме каком-то. А, вот он. И как мне туда запрыгнуть? Слово «влажный» нужно запретить. А как реально сюда запрыгнуть? Тут же ж нет подпрыгивания никакого больше. Или мне надо там как-то оттолкнуть? Ну только оттуда, естественно, только можно залететь. Только с этой крыши. Это ж от стола я не отпрыгнушь? Выше нет? Нет, не отпрыгну. А на тебя не могу сверху встать? Нет. Ну тут чуть-чуть не хватает. Ладно, будем ждать еще какого-то усиления, возможно. Последний он здесь остался. А возможно просто надо, да, попрыгать и попадешь. Ну ладно, нам некогда. Ну что, Астрид можно отправлять. Сейчас я посмотрю на улучшение. Ее дом не нуждается больше в улучшениях, нет? Ну кафешка точно того, кому мы Джованни отправили. Так, режим улучшения. Слиток цинка. Теперь ваш холодильник. Ха, да тут дофига можно улучшать. Хлопковая ткань 2. И лист прозрачного стекла. Но это не скоро. Ладно, улучшим ее дом потом. Потому что лист прозрачного стекла пока что еще недоступен. Тем более еще алюминиевый слиток нужен. Ясень. Сначала построим кузницу, а потом уже улучшим ее дом в честь ее памяти. Давайте так поступим. Окей. Ну, давай сначала через этого пойдем. Потом уже тогда по улучшениям отправим Астрид, сдадим квесты. У нас сколько? Два по мелочевке надо сдать квеста. Кузницу построим сейчас. Ближайшую ночь. А ночь уже близко. Так, это пусть пока растет. С тобой у нас все в порядке. Да, у нас с тобой все в порядке. Я в настроении. Ну, играй тогда. Раз ты не в настроении. Хорошо.
Так, мне надо продать, во-первых. Да, в принципе, практически все. Даже, нет, кроме коровника. Коровник нам нужен. Давай, миски, ковер, это. Карточку оставь. Все, это пусть пока будет. Ну, люстру, ну давай люстру еще продадим нафиг. 10 тысяч есть, стало 70 тысяч найти. А, у меня уменьшилось, потому что я же семян накупил, да? А, да, я же семян всяких накупил. Все, мы доплыли, нет, сейчас плывем дальше. Давай, давай, давай. Нам нужно дойти до автобусной остановки хотя бы. Я думаю, мы успеем. Так, есть. Ты ночью придется хорошо поработать. Ну, хоть лоток купил. Хоть что-то в огороде посажу. Это вообще простаивает просто так. Так, он уже здесь. Алекс уже тут. Мы успеем, давай. Мы все успеем. Да, со Стэд, конечно, грустно будет прощаться. Долго мы с ней были вместе. Как и с дядюшкой. Довольно-таки долго. Все, мы на месте. Мы на месте. Ночь. Сейчас быстро давай попробуем ее, конечно, отправить. Но сегодня не успеем, тогда уже с утра. Хотя, по идее, сейчас должны войти в красную зону, а там нет времени суток. Заберем лишнюю. Это что, рисовое зернышко? Отлично. Все, мы успели. Да, я готов. Прощай, Астрид. Дом я твой улучшу. Обязательно, только все равно кузницу ждать. Обязательно улучшу. Хотя она его и не просила улучшать. Мы наконец прибыли. Я чувствую такую слабость. Пойдем? Да. Ладно, поехали, я больше не могу сдерживаться. Все меньше и меньше духов. Я думаю, после кузницы может и птица нас покинет. Останется бык и мухомор, которых мы нашли на юге. Мы идем? Мы идем. Интересно, а тут ловить нельзя? О, даже бык прилетел. Или ждать не обязательно. Можно ждать, наверное, не ждать. Хотя она должна дойти. Ну все, все плачут, смотрите. Мне кажется, глупо жить слишком долго. Хорошо, что я с особым умом никогда и не отличалась-то. Но я так долго прожила. Когда ты так стар, ты разочаровываешься в жизни. Ты становишься уродливым снаружи и изгниваешь изнутри. И это так больно. Жизнь полна страданий. И жестоко. Этот бренный мир проклят. Но всегда находятся причины жить дальше. Интересно, они с Джованни встретятся? Созвездие, интересно, будет рядом с Джованни или нет? Знаешь, я ни о чем не жалею. Да, мне пришлось бороться, преодолевать трудности, боль и горе. Так много горя, но все равно. Я не жалею о том, что сделал, о том, как прожила свою жизнь. Я только мечтал о лучшем мире. Лучшем мире для них, для нас. И особенно для тебя, мои милые. Представьте, будет созвездие вместе, опять будут ругаться. Я чувствую себя огромным кораблем, полным пыльных комнат и кают. Их так много воспоминаний, некоторые навсегда исчезли, а некоторые будут жить вечно. В тебе и в других. Ну, веер захватил. То у меня будет уже третий цветок. А зачем мне третий цветок? Интересно, духа. У меня-то одна область осталась, да, по-моему? А, нет, еще одна, по-моему, область есть. Не знаю, по-моему, одна только область. Нет, еще одна будет область, да.
Я помню их лица, искаженные страхом. Я помню их дома и вечеринки. Я помню их песни и любовь. Их прикосновение, тепло. Все они угасают, крошка. Выцветают. Все превращается в белый туман. Вот и Астрид уходит. Начальник профсоюзов. Неужели все уже исчезло? Я больше ничего не вижу. Ты все еще со мной, правда? Ты всегда здесь, Стелла? Прошу тебя, не забывай обо мне. На остальных мне плевать. Но ты, не забывай меня, слышишь? А то я стану привидением и буду пугать тебя по ночам. Да, у меня для этого есть Стэнли, поэтому все нормально. Я чувствую, оно приближается. Прощай, Стелла. Следуй зову сердца и всегда улыбайся. Ну вот и все. Теперь я с быком, мухомором остался. И с очень умной птицей. Двумя даже птицами. Одна маленькая, одна большая. Так, а теперь следим, где будет созвездие. Какой точки? Ну вот она, да. Похожа на Джованни. А теперь размещение. Вы не покажете, где она будет? Или мы потом на небе найдем, да? Нет, не покажут. Ну ладно. Все, истинная любовь. Задание выполнено. Сейчас я заберу цветок. Домик обещаю улучшить. У меня уже третий цветок духа. И принимаемся за работу. Сейчас я посмотрю, что с овцами. По-моему, их постричь хотя бы точно. Строим кузницу. Без него мы не получим железо. Так, кормить уже надо. А чё первого не надо кормить? Все, окей. Так, пошли. А это что такое? О, яйца, да? Что, серьезно? Ой, спокойно. Ну все, кое-что, кое-кому перепадет. Нет, я пока яйцо сюда не буду, я его лучше сдам по квесту. Так, подождите, фрукты. Мне теперь вообще значительно меньше кормить народа надо. Тогда у меня было вообще 5 на борту. Сейчас 3 осталось, да? Так, давай, нет, вставать еще рано. Давай, кузница, посмотрим, чего не хватает. Нам не хватает. Порошок из кометы 4 штуки. Но комету надо добывать идти. Слиток пульсара 2 и кварцевая мука 12. Давайте начнем с кварцевой муки. Подожди, а кварцевая мука, это же здесь добывается, да? Да, кварцевая мука 12 штук, ого. Давай. Всю ночь будем добывать 12 штук. Комет еще надо будет набить. Так, это 5, да? Это 5, еще 5. И еще 2. И 3 кометы разбить. У меня столько нет, по-моему, надо эти добывать. Так, еще 2.
Комета, у меня 7. Если мне их разбить надо, мне их не разбить надо. Ну ладно, пусть будет. Или разбить надо, я не помню. Мне их расплавить надо, по-моему. Порошок из комет. Он мне нужен? Нет, нет, по-моему, что-то не то сделал. Ну ладно. Их плавить надо. Но у меня есть еще, если что. О, уже утро, так быстро. Да, порошок из кометы, только еще один и слиток пульсара. Нет, все правильно я делал. А че, я ж 3 сделал. А, у меня одна была. Сейчас давай еще одну. Слиток пульсара. Сколько у меня того пульсара, интересно. Так, пульсар. Подожди, пульсар, пульсар. Давай, наверное, 2. Ну, это получится, подожди, нет, давай поменьше. Мы же получим 2, правильно? Ну, ладно, пусть будет так. Давай. Пульсар там вообще, да, вверху. Маленькая ячейка. Куда надо попасть? Все, пульсар имеется. Тут уже рассвет, уже будить народ надо. А я все еще не могу. О, тут уже все проснулись, сейчас, минуту. Хотя кого тут уже будить? Тут уже никого и нет. Есть хочешь? Конечно. Так, это так вкусно. Сейчас я тебе дам твое яйцо. Я не хочу быть здесь. Пока ничего. Может, ты сможешь найти яйцы бле на каком-нибудь острове, в магазине каком-нибудь. Иногда моя мама покупала их продуктовым перед завтраком. Есть у меня яйцы бле. Сейчас я только посмотрю, где его найти. А вот оно, у меня одно. Это яйцо, говоришь? Нет, ты что-то перепутала. Это вовсе не яйцо. Это яйцы бле. Задание выполнено, слышите? А что вы мне тут голову морочите-то? Яйцо все-таки, ты говоришь, не яйцо. Мне скучно, Стэнли скучно. Чем у вас тут можно заняться? Если что-нибудь опасное, взрывоопасное, ты ведь взрослая, да? Если под присмотром взрослого, можно делать всякие опасные штуки. Давай строим специальное место для крутых и опасных экспериментов. О, да, ну уже. Новое задание, но живое. Все, с яйцеблей разобрались, хорошо. Построить кладовую. Ну да, у меня есть такая. Такой чертежик, уже можем с вами это организовать. Сейчас я куда-то поплыву. Тут стоять на месте, конечно, здорово, но нам надо плыть сюда. Сначала кузницу, потом кладовую. Так, кузница. Все готово. Она не очень-то и большая. Можем ее поставить пока тут. Лень дома передвигать просто. Во. Все поставил. Кладовая, нам не хватает льняной ткани. 17 штук. Грандиозно. Сейчас давайте сначала все по очереди. Гляди, это для тебя нарисовал. Вот это для тебя, портрет Густасу. Ладно, спасибо, мелкая. Да, ты хочешь есть? Я не прошу еду, но мне пора. Да, я понимаю, сейчас будет. Хочешь вот это? Отлично. Халявная еда, наконец-то. Микки хочет украсить нашу хату. Но я уже занимаюсь, там уже есть кузница. Сейчас все будет. Так, 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 так. Грандиозно. Ну вот, другое дело, да? Я никогда даже не подумал притворяться специалистом, но уверяю тебе, эта машина идеальна. Можешь с собой гордиться, шкипер. Теперь ты сможешь с легкостью создавать самые изысканные материалы.
Искусство может двигаться вперед. Разумеется, там есть некоторые технические моменты, как я и сказал, сам я далеко не искусный кузнец. Могу только сказать тебе довольно очевидную, скорее всего, вещь. Насколько я понимаю, у каждого материала свои специфические требования к температуре и работе с молотом. Для одних материалов нужно короткие легкие удары молотом, а другие нужно колотить изо всей силы. Следить за уровнем нагрева молота – ключевой навык в этом деле. Но хватит разговоров, действуй, а я посмотрю на тебя с безопасного расстояния. Мастер-кузнец, вы продвинулись. Использовать кузницу. Ну ладно. Сейчас его покормлю, он еще помрет. Так, спасибо за кузницу. Ну, вернее, за то, что направил. Так, кузница, ух ты. Лист латуни, бронзы, хрусталя, электрума, розового золота. Лист прозрачного стекла, вот эта фигня мне нужна. Лист небесного металла, пульсар и порошок кометы. Лист стали. Ну давай сталь сделаем, чё. И чё делать? А кто бить будет? Перегрев молота. Ну, поэтому, по-моему, можно бить. Я не знаю, как бить. Все готово. Чудесно. Лист стали есть. Это был впечатляющий шкипер. Для неофита ты справилась прекрасно. Должно быть, ты уже заметил, что если молоток нагревается слишком сильно, нужно дать ему остыть и прекратить удары. В этой игре важно терпение, точность и боевой задор. Разные материалы ведут себя по-разному, в этом можешь быть уверена. Я не сомневаюсь, что ты уже с нетерпением ждешь возможности выковать новые материалы. Что ж, не отчаивайся, мой маленький кузнечик. Для того, чтобы воплотить мое видение, потребуется множество изысканных элементов. Все, задание выполнено, я очень счастлив. У нас есть отдельно стоящая кузница. Теперь давай плыть обратно. Там, где мы с вами бывали, сейчас мы с вами побываем где? Давай, наверное, сюда, где рэперы, да? Давай к ним. Хотя рэперы не в Оксбуре. Или где они? Или там и там они. Сейчас разберемся. Рэперы где? Поговори с Дайс. Я не помню, где они были. Лимон и дракон в Оксбуре. Ну, этого достаточно. По-моему, рэперы здесь были. Правильно, Оксбуре, да. Да. Давай сюда. Что-нибудь сдадим. Так, что у нас остается? Общество шелковое не ждем. Сейчас мы еще, кстати, купим, наверное. Улучшение. Тут деньги нужны, а тут надо шелковая ткань, серебряная руда, эктоплазма, лист хрусталя и цветок духа 2 и 2. Короче, только шелк нас останавливает в этом вопросе. А вообще, по мелочевке, вот тут надо с Ларри Пирс Нордстин, это мы сделаем тоже, в принципе, то же самое. Так, а по основным заданиям, роскошная жизнь, но тут листы нужны, кладовую. Давайте, наверное, винтажный стол, наверное, мы сделаем с вами. Сейчас я посмотрю, какие листы там надо будет. Или там не листы, я забыл уже. Нам нужны будет шелковые, опять же шелк, все понял. Все понял, понял. Но улучшение это листы, естественно. Лист и лист бронзы. Да, еще бронзу надо сделать. Но я с ними долго, я чувствую, буду. С этими я не расстанусь точно еще. Не скоро. Так, пошли рэперов. По-моему, здесь рэперы тоже были. И лимоны здесь, и рэперы здесь были. Мне так кажется. Сразу сбросим два квеста. Рэперы тут. Тут была гадость нарисована. Да, вот они. Все, здесь они все. Это наш город. А ну, с дороги. Ты молодец, ты всем рассказала про наш новый альбом. Не удивлюсь, если мы теперь займем первое место в хит-параде. Dice Boys! В общем, нам, конечно, не нужна была помощь, потому что нас и так все знают. Но всегда приятно пообщаться с настоящим фанатом. Чтобы еще и альбом наш на улице толкал. Еще раз спасибо. И все, что ли? Ну, хоть бы что-то давали для приличия. Эй, ты! Мы Dice Boys, не забудем это имя. Не забудь это имя. Нет, ну реально, хоть бы в какой-то приз. Вот зачем я ездил, скажите. Пока. Тем более. Так, это мне в кафешку надо, да, по-моему, забежать? Или куда мне надо забежать? Поговори с продавцом лимонада. А, вот здесь.
Невероятно, ты сделала это. Мне уже казалось, что все потеряно. На меня давили очень серьезные люди из-за лимонов. Кошмар, да? Все просто помешались на этих лимонах. Короче говоря, ты меня спасла. Спасибо за лимоны, это тебе за труды. Пять ты. Ну тут хоть бликов дали. Ладно, тут все, мы все решили. Все, вопрос есть. Аромат успеха, все в норме, да? Теперь пирс и шелковая нить. Так, торговец мне тут нужен. Вот этот вот толстый парень. Привет. Мне надо. Яйца, в принципе, можно яйца купить. Ладно, они у меня автоматически появятся. Вот тут вот шелковое волокно есть. Пшеница пока, наверное, не нужна. А тут всего 5 можно купить. Подожди, шелкопряд какой-то появится. В саду посадить, ну ладно. 2. Давай 2 пока, давай 3 возьмем. Ну 2000, это ж не шутка-то. Ну ладно, нам только что заплатили, давай 3 возьмем. А шелкопряд это... Ладно, я к тебе еще приеду, если что, давай... Или давай я закуплю все сразу. Давай, наверное, закуплю все сразу. Потому что ты его продаешь в ограниченных количествах. Кстати, мне надо было посмотреть по этим. Там, блин, же ж... Возле фурагавы тетка была одна. А, так я не то взял. А нет, я то взял, подожди. Это ж я продаю... Нет, все нормально взял. У тетки посмотреть по улучшениям надо было. Мы уже много чего сделали. Я забыл туда слетать. Ладно, что-нибудь придумаем. Лист. Подожди, вот эти 5. 2 можно продать. У нас снова 10 тысяч. Я по 5 держу, на всякий пожарный. Тут еще много всякой фигни. Тут разбросано, в этих домах. Ну не так настолько лень в них лазить. Помните, же ерунды всякой. На крышах, не на крышах. Ладно, не хочу. И тем более находишь сундук, а там тарелка. Или башмак. А ты к нему плыл через весь мир. Так. Осталась тут ерунда. Шелковая нить и поговорить с Ларри на пирсе Норсли. Вот это вот, наверное, важнее будет всего. Ларри. Пирс Норсли. Это здесь, походу, да? Нет, это переулок Эймбро. Или пирс Норсли это здесь. Нет, так какая-то воронья глаз. А зачем он мне нужен? А где же пирс Норсли? Не знаю. Район All Central. Тут мы вообще все нашли. Тут сундук с чертежами даже есть. В доках South Point. Золотая руда. Как туда залазить вообще? Ладно, еще что-нибудь поделаем. В общем. Метеоритный дождь. Давайте, наверное, осколок кометы найдем немножко. То они нам нужны. И будем сейчас заниматься тем, что нас просят. Оно живое, кладовая. Давай кладовую посмотрим. Кладовая. Льняная ткань 17 штук, это проще всего. По-моему, лен у меня есть. Шерстяное, да, лен у меня есть. Льняная нить. Так, ну сейчас я уже выйду, тут у нас дела просто. Сейчас начнем. Ну да, у нас же уже нет Астрид, поэтому придется так. Я, правда, не помню уже, за что я должен делать. По-моему, они должны просто падать, я их должен собирать, да? Да. И хватать. Хорош. Но осколки кометы тут не часто падают, но иногда падают. Да то можно бликов набить.
Нормально. 1600 бликов и... Я не знаю, сколько кометы, но это не проблема, это несложно добывается. Пока хватит. Пока хватит, давайте плыть, наверное, не знаю, какую-то в эту область. Наверное, где-то здесь находится эта фигня. Давайте сюда сначала. Хотя я тут... Далековато, конечно, плыть. Это какой? Серебряная руда? Да, серебряной руды у нас, наверное, предостаточно. Это шелкопряд? Ладно, не знаю. Давай сюда прямиком. Тоже расстояние, как и сюда. Вот сюда давай, в этот переулок. Нет, сначала... Не так. А, я уже не могу, да? А как я могу еще выбирать направление, когда уже горит? Вот сюда давай сначала. Сюда ж нам не надо особо. Голубикое бревно. Нет, особо не надо, мы просто поплывем мимо. А как мы плывем, если вот тут у нас сон? Не знаю, ладно, давай льняной тканью заниматься. Наверное, еще не совсем сезон. Так, давай вот это. Все, мы уже не можем плыть. Вот теперь уже правильно. Давай. Сосредоточен на все. Тут в углу попасть довольно просто. Наверное, сложнее промазать. Так, есть. Нити есть. Давай, сколько нам надо? Ну, 20, да? Давай 10. Тут уже сложнее. Она и быстрее идет. Вроде попадаешь. В самом деле, дальше надо запускать. Все, годится, кладовую можно строить. Стэнли будет счастлив. Ну давай, кладовая. Нет, не улучшить, а кладовая. Построить кладовую. Все, тут все готово. Ктоплазма есть, комета есть, льняная ткань имеется. Она небольшая. Давай ее поставим тут. Так, ремонт. Сейчас я передвину их, поменяю местами. Ну и коровник у меня остался. Это последнее строение в игре. Билеты у меня есть. Хлопковая ткань, кленовая доска. Давайте уже его нафиг построим. Кленовая доска — это вообще фигня. Кленовая доска. Где она тут у меня? Раз. Да, до одной, я думаю, хватит. А нет, может не хватить. У меня сейчас 4 будет. Нет, хватило. Так, это есть. И хлопковая ткань. У меня она есть 13 штук. Еще у меня есть льняная медная руда. А зачем мне медная руда? А, ну ладно, это эксперимент, наверное, как галактическая ткань, известковый порошок. Давай 3. Отлично. Всем получилось. А вот если бы я продал бы этот коровника, эту штуку, билет на корову, как бы, где его искать-то, этот билет бы пришлось построить. Ну, давайте корова последняя. Коровник, хлопковая ткань, 16 штук. Можем ее вместе с этими поставить, с курятником. Здоровый, блин. Курятник, я имею в виду. Во. Все, норма. А вон огромная корова. Офигеть. Офигеть. Так, кстати, мне шелк надо добывать, да. Тут нельзя расслабляться.
Так, шелк, шелк, шелк. Вот это дерево, где оно? А, семена круп, это не тут. Это в сад надо было. Ну ладно, сейчас давайте крупы. Доделаем уже. Тут теперь ночью спать нельзя. Тут теперь ночью мы будем в кузницу работать. В общем, везде. О, еще одно яйцо подоспело, походу. Так это мне еще одно строить придется, да, сверху. Сейчас посмотрим. А корову чем кормить? У меня живности уже столько, что офигеть просто. Мы уже поплыли, уже рассвет. Вот это настроили. Даже не посмотрел, как там корова живет. Ну, как и овец, наверное, да? И доить. И доить придет, нарцисс. Доить будешь ты. Сейчас сделаем. Сейчас все сделаем, давай. Так, пока все спят, покажите мне корову. Хочу посмотреть. Ох, какая красивая. Смотрите-ка. Привет. Да, здорово. Кормить. А, тем же самым можно, отлично. Доить. Все, у нас есть молоко, наверное, сразу в бутылках, да, будет? Нарцисс, учись. Один раз по... Ого, по три сразу. Все, она спит, надоили. Так, тут у нас, по-моему, сейчас должны быть яйца. Одно. Ну, давайте размножать их, а что нам делать? Пусть будет. В инкубатор засунули одно. Еда есть, еда еды хватает. Ну, все отлично, что нам еще надо. Шикарно, сейчас зайду сюда. Так, это есть, это есть. Шелк. Все на шелке теперь у нас. Все упирается в шелк. Ну что, Стэнли, кладовая готова. Твоя мечта сбылась. А он туда и пошел. А куда мы плывем, я забыл. А, сейчас добывать будем что-то. Так, сейчас я лук порей, разберусь с ним. Нет доступных. У меня нет уже овощей, извините. Все, он не дошел, малость. Ну, бывает. Погода изменилась. Сейчас я возьму эти ресурсы. Что такое, ладно, что такое, что, ладно, давай. Давай, я готов, у тебя получится. Мы на тебя рассчитываем. Покажи все, что ты можешь, давай. Поехали. А что делать, я забыл уже. А, собирать. Ну, одну нашел. Ну, еще одну нашел. Ну, и третью нашел. Ну, четвертую нашел. Ну, и пятую нашел, молодец. Сейчас она будет выеживаться, вот это самое страшное. Когда меня зараза будет объезжать, вот это вот мне не нравится. Вот зараза ж. Эй, стой. Ой, вас там много, стойте. И сюда. Хорошо, хорошо. А, крыша долбаная. Она меня подвела. Отлично. Хорошо. Ой, классно просто. Чудесно просто. Пульсар, иди сюда. Я ж тебя... Ух ты, тварюка. Нет, ну это вообще, конечно, невиданная наглость. Ладно, сколько-то нашли, и то хорошо. Я как мог старался. Все, они ушли уже? Да нет, что там взрывается. А где они? А, они вверху. Пульсар, конечно, хорош. Хорош, хорош. Доброе утро. Да какое же оно утро? Тут темень. Не выходи. Ни в коем случае не выходи. Спасибо, шкипер. Это трапеза питательна. Я нашел кое-что, что тебе понравится. Спасибо.
Шикарная ваза. Пожалуй, откажусь. Понятно. Так, господа, нам надо куда-то плыть. Давайте в эту неизведанную область. Я думаю, там еще что-то есть. Стэнли, пора бы уже сказать, что... Что тебе нравится кладовая. Правда, не знаю, зачем она тебе нужна. О, он уже кричит. Это еще что? Минуточку. Так это и есть кладовая? Ты просто кладешь сюда вещи и ждешь? И все? Блин, это так скучно. Вообще, не. Не, не то, что я хотел. Вот подстава. Я хотел, чтобы там были всякие взрывы, там, и что мне теперь делать? Это так тупо. А и что теперь, взорвать тебе кладовую? Хочешь, я тебя взорву кладовую? А, ты ж не ешь фрукты. Ничего, сейчас мы тебя порадуем. Это здорово. Подожди. Короче, у меня тут есть какая-то, я не знаю, нет, не жареные овощи, что вот это хочешь? Отлично. Я нашел это у себя в комнате, может пригодится. Хорошо. Переулок Эджборо. Еще один большой-большой город. Так, а что мне тут делать с этой кладовой? Сейчас я посмотрю, что по квесту. Ферментировать что-нибудь кладовой. Давай молоко. И сколько это будет длиться? Ладно, посмотрим. Так, быка еще не кормил сегодня. У меня всего 3 чувака осталось на корабле. И сад мне надо построить еще один. Так, сад. Какие там требования? Сад, 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 сад. Сад. Одна галактическая ткань и... Дофига. 9 штук дубовых досок. 9 штук дубовых досок. Ну давай. И будет у нас дерево, которое шелк будет давать. А зачем я столько много купил? Ладно, посмотрим. Может, не надо было столько много покупать. Нет, ну в принципе, если я 2 сада сделаю, то тогда да. Тогда... Не, ну мне шелка много надо. Посмотрим. О, бык пролетел. Меня отвлек. Так, и одна галактическая ткань, да? Так, одна галактическая ткань. У меня есть галактическая нить? Есть, давай. Все, даже 2 получилось. Я хочу есть, да? Микки в восторге. Я очень счастлив, что он в восторге. Все троем обнимаемся. Хорошо, ладно, не рассказывай никому, окей. Микки хочет украсить нашу хату, но это потом. Так, есть. Мы с вами сделали сад. Сейчас я сад. Построю еще один сад. Подожди, галактическая нить мне нужна, а не ткань. Чудесно. Галактическая нить нам нужна. А где нам взять шерстяное? А, галактическая вот отсюда. Нет, давай одну. Все, теперь у меня есть все для сада. Сад построить. Готово. Ну куда? Сад на сад, естественно. А что, не могу тут его поставить? Давай пока. Это я временно. Сейчас это передвину. Это вообще повыше. Так, сад на сад, все совпадает. Иди сюда. А это что сделал? А, мы его убрали. Давай так, иди сюда, теперь ты. На самом деле, чтобы лестница совпадала, можно и так сделать. Все, отлично.
Теперь мне надо засадить там чего-нибудь. Чтобы был у нас шелк, да? Так, есть тут у нас. Жалко только два. Можно сразу делать, наверное, несколько этих садов, да? Шелкопряд, шелк. Ну все, дело пошло. Только теперь надо дождаться, пока оно вырастет. Можно даже две штуки посадить, чтобы было побольше шелка. Шелка надо дофига, реально. Ну, будем играть тогда песню. А еще мы сможем сделать, нет? Сад еще один. Семена, что я купил. Галактическая нить, дубовая доска. Ай, с каждым разом все больше и больше ресурсов, прикиньте. 7 штук мне надо и 12 галактической нити. Давай. Только нить. Не превращаю ее в ткань. Все, у меня даже 13. Ну и сколько? 7 досок там, да, по-моему? Еще один сад сделаю. Давай, 10. Может быть больше. Это я взял при самом худшем раскладе. Чем мы стоим на месте? А, так я ж не вышел в город. Я тут просто садом занялся. Шелк воспроизвожу. Бывает. Все, готово. Сейчас. Еще один сад сделаю быстро. Построить сад. Отлично. Блин, опять двигать всех. Так, давай. Тут можно и тут поставить. Да давай тут поставим. Все. И туда шелк сейчас засунем. Я ж надеюсь, мне не понадобится там грушу или еще что-нибудь. Это новое блюдо, конечно. А что ты делаешь? А, выш. Но шелка надо реально от сада 2. Тем более накупил. У меня еще даже про запас есть, если будет медленно расти. А груша это чисто блюдо, наверное, просто чтобы расширить себе. Что-то там еще было. Все, растет. Дальше следим, наблюдаем и все остальное делаем. Что в этой области у нас? Сейчас мы расширим здесь вид. Ага. Площадь Sun Spring. Много тут чего интересного. А тут что? Подтверждение покупки коровы. Еще одну корову можно купить. Семечко оливкового дерева и семена сахарного тростника. Понятно? А так вообще ничего тут нет больше. Ну ладно, раз мы уже здесь, давайте посмотрим на него. Здорово. Ты не останавливайся, у меня назначена встреча с того, точно не с тобой. Он сказал, что будет один незаметно, а эту гигантскую шляпу видно с соседнего острова. Ясно. Ладно, это посмотрю, что здесь. Что-то тут как-то все грустно выглядит. Нет, спасибо, проходи мимо, бродяга. Тебе что-то нужно, зайка? Не хочешь приятно провести время, нет? Ну ладно, не стесняйся. Можешь зайти, найти меня здесь в любое время. Хорошо. Это место пахнет, как пожаренный мусор в летний день. Когда солнце бьет прямо в мусорный бак, и по всей округе разносится аромат тухлой рыбы. Вот за что мы налоги-то платим. Угу. Там кто-то есть. Это не дядюшка, нет? Нет, это енот. Тут опасный район, видите? О, обол можно купить за 2000, слышите? Офигеть, я купил обол. У меня один есть. Так, это оливковое дерево. Олива. Ну, не знаю. У меня уже сад закончился. Я шелк произвожу. Ну, давай куплю.
Одно, по крайней мере. Пусть одно будет. Так, продать мне тебе особо нечего. Да, особо нечего. Все остальное я собираю, мало ли что. Обал купил. Молодец. Да, райончик, видимо, не очень. Ну вот, животные. Вам должно быть стыдно за свое тотальное невежество. Лучшая песня в мире — это «Конец осени». Без вариантов. Какая же крутая песня. Это просто наглая ложь. Миф любовников не только мелодичный, но еще интереснее с технической точки зрения. Ты вообще ничего не понимаешь в музыке. Это одна и та же песня, идиот. Там же прямо в припеве слова «миф любовников». Чушь. У тебя вообще нет вкуса. Что ты можешь знать? У меня, кстати, есть осень. Ноты. Отвали. Понял? Че надо? А кто это говорит? Рассуди нас. Эти очень тупые идиоты говорят, что «Конец осени» и «Миф любовников» — это разные песни. Они просто тупо неправы. Помоги мне доказать, что эти гады неправы. Ты играешь на гитаре? Конечно, играешь. С такими-то пальцами. Мозоли размером сам палец. Если бы ты знала эту песню, ты смогла бы нам ее сыграть? Погоди-ка. Я знаю, где можно найти ноты к концу осени. Ведь это гимн всех спортивных фанатов в моем городе. Все его знают. Наверняка на Нордвейле найдутся магазин с нотами. Зуб даю, вот держи, сдачу оставь себе, но принеси нам ноты. Новое задание. У меня ноты есть. Полы против Саймонов. Отлично. У тебя получилось найти ноты для конца осени. Давай, зажги. Сыграй песню вот здесь, в центре. Оставим это, остановим это безумие, мы едины. Никак не сыграть? А? Какая же крутая песня. Невозможно просто. Сыграл. Невероятно. Ты просто рок-звезда. Ну, кто был прав? Все слышали? Это одна и та же песня. Спасибо, что разрешила наш спор. Теперь эти так называемые меломаны оставят нас в покое. Да. Это была, видимо, мелочевка. Хорошо, что я купил эти ноты. Оказывается, ноты — это для этого квеста на самом деле. Ну и ладно. Зато не надо никуда ехать. Это уже хорошо. А что тут мусор не прыгающий? Не знаю. Тут мусор не прыгающий. Это с того дерева надо сюда попасть. Тут много стоит всяких подозрительных личностей, которые кричат с дороги, там, невероятно, посетитель, сюда никто никогда не приходит, и, наверное, потерялась, или хуже того, задумал что-то незаконное, и собираюсь в этом участвовать. Доброго дня. Да, я не участвую здесь особо. Тут есть что-то скрытое. Мы нашли семена сахарного тростника и большая бутылка с бликами. Мы сделали это. Теперь эта песня еще круче. Очень рад за вас. Очень за вас рад. Какая же большая карта. Тут можно запрыгнуть на самый верх. Новый рецепт мюсли и средняя бутылка с бликами. Возможность попасть сюда. Судя по корову еще одну получил. И семечко персикового дерева. Можем еще и персики производить. То есть я могу еще один сад строить, да? Чудесно. А это зачем, интересно? Просто чтобы переместиться, да, с этого места в это. Ну все, я все, что мог, здесь забрал. А нет, вон еще осталось вверху. А как туда попасть? Разогнаться, что ли? Да нет. А, ну да. Отсюда сюда. И здесь получите еще семена лука-порея и винтажный постер с подписью. Понятно. Это что за квестодатель? Я король ящер. Поздравляю. Надо его запомнить, кстати. Возможно, отправят когда-нибудь искать короля ящера. Ну все, нормально. Нашли много всего интересного.
Все очень занимательно, чудесно. Мне еще один сад придется строить, чтобы посадить еще два вида новых деревьев. А это что-то появилось? А, в кладовке, наверное, что-то появилось. Ну ладно, сейчас мы это еще дожмем. Кладовка, ну-ну. Мы получили йогурт, понятно, новый рецепт. Ну давай еще рыбу засунем сюда. А, йогурт еще раз можно засунуть, что ли? Давай рыбу, оно живое, выполнено. Так, давай рыбу засунем. Тут можно до трех всяких штук делать. Ладно, разберемся. Так, по квестам. Роскошная жизнь. Стол отдел. Винтажный стол в стиле модерн. Тут нужен этот... шелк. А тут плиты какие-то нужны. Сейчас будем смотреть, какие плиты. Корова не померла еще? Мне теперь надо следить за всеми сразу. Это неудобная вещь, что ты... Нет, корова не померла, но... Что-то стоит и смотрит. Что стоишь и смотришь? Тебя можно еще раз подоить, да? А, так я доить можно часто. И есть не просят. И по три бутылки сразу. Чудесно. Ой, уже готово. Ой, не готово, поливать надо. Да, нам шелк не помешает. Потому что там надо 25, там 30 надо, там 10, там 15 шелка. Как раз два сада. Но у меня еще есть, еще один сад можно смело делать. Для персика и масла. Так, готово. Давайте с улучшениями посмотрим. Улучшить. Где эти ребята? Какие вам плиты нужны от меня? Вам нужны от меня лист бронзы. Не знаю, как ее делать. Лист латуни и лист прозрачного стекла. А здесь мне нужна только шелковая ткань, но это пока отпадает. Ну, в принципе, лист прозрачного стекла и лист латуни, там что-то было. Сейчас посмотрим. Далековато, конечно. Разрастили мы корабль. Надо их вместе как-то поставить. Ну ладно, сейчас поставим. Так, лист латуни. Нам надо... В принципе, можно сделать. Нам два надо было, да? Перебор. Недобор. Что нам надо делать? Со всей силы бить, понял. Тут со всей силы надо бить, да. Мне два, наверное, надо. Давай еще один. Свиток цинка, правда, на это уходит. Тут со всей силы надо бить. Или не со всей силы бить. Наверное, не со всей силы бить. Просто так получилось. Да, ну ладно, не знаю. Главное, что есть. Все, готово. И теперь два стекла. Стекло. Лист хрусталь. Хрусталь — это кварцевая мука. В принципе, все можно сделать. Но все равно ждать придется этот небесный металл. Подожди. Прозрачное стекло. Мне не хватает кварцевой муки. Две штуки. Кварцевой муки две штуки. Так, это надо переставлять. Потому что там в промышленной зоне оно должно все быть. Кварцевая мука, две штуки. А, дробилка вверху. Возле дробилки она должна быть. Даже может на дробилке поставить. А может все вместе. Нет, дробилку просто опустить в ту область и там все делать. Кварцевая мука, две штуки. Ну да. Сейчас давайте я перемещу это все дело. Давайте это перемещу, потому что это не годится. Это должно быть все здесь. Все в этой области должно быть. Вот так вот. Во. Мы это сейчас опустим. Даже можно ближе его сюда поставить. Ладно, потом подумаем, как его, что куда и зачем разместить.
Так. На чем я остановился? Прозрачное стекло. Это надо ниже еще поставить. Так, два давай. Я его не разобью, я надеюсь. Пока он не станет... Пока он не остынет, вот что. И не бить пока красный. Ну, это как с удочкой. Одно есть. Стекло. Так, еще одно. Сейчас, подождите, не трогайте меня. Сейчас. О. Ну да, вот это нельзя делать. Ну, как бы оно ни на что не влияет, но просто остывать потом долго будет. И потеряем время на анимации. Сейчас, минуту. Все готово, я могу улучшить. Что-то им сделать могу. Все, готово. Тут Стэнли, наверное, приперся, да? Шляпа, что надо? Это было так скучно, я чуть не заснул от скуки. Эй, идея. Я придумал, как всех развеселить. Я хочу устроить спектакль. Спектакль для всех на корабле. У меня даже история есть. Это будет очень круто, так что пригласи всех своих лучших друзей. Сама реши, сколько друзей позвать. Выбери лучших зрителей для моего великолепного спектакля. Новое задание, пьеса одного акта. Ладно, сделаем мы тебе. Это из моего окна всегда было видно снег. Высоко в горах. Иногда у нас около дома тоже падал снег. Тогда папа звал меня гулять на улице, мы играли в снегу, а потом он за мной гонялся. Он становился чудовищем, но ты не пугайся, это он понарошку. Конечно, он не был чудовищем, но когда он поднимал руки и делал такой смешной звук, я убегал, а он за мной гнался. И никак не мог поймать. А потом я останавливался, и он снова становился моим папой и смеялся. Иногда я скучаю по снегу. Вот это я для тебя нарисовал. Портрет Стелла. Куда мне их девать, интересно, эти портреты? Не сейчас. Так, овцы уже готовы. Мне, короче, надо спектакль сделать. В общем, это чуть-чуть позже. Сейчас улучшение поставлю еще. Улучшение дома. Вот оно. Могу улучшить. Больше не всегда лучше. Ох, стереосистема. Телевизор. Тут шелк нужен, тут бронза и хрусталь, но это попозже. Железный свиток тоже у меня есть. Все. Все, друзья. Да, я их всех разбужу. Давайте на этом мы здесь с вами припаркуемся. И в следующей серии, я так понимаю, мы скоро будем брать штурмом последние регионы недоступные. Мы тут еще поездим с вами. Откроем тогда эту карту. А потом будем уже у... акулы покупать улучшения и попадать в недоступную до этого дня территорию. Хотя, мне кажется, подождите, вот этот порт, это где-то я его видел. Какой-то нам порт надо найти. Один вверху. Но это тенистая крона, это другое немного. То нам иное надо. Я даже не знаю, где его искать. Может, он где-то появился? Ладно, разберемся потом. Все, спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедоигровые миры. До новых серий Spiritfarer. Пока.